завершил свою работу Петербургский международный экономический форум. Его итогом стали сотни подписанных соглашений на миллиарды долларов. Вот уже более 20 лет форум вносит значительный вклад в развитие мировой экономики. Благодаря работе экспертов, ученых, политиков и бизнесменов, дискуссии форума ежегодно становятся ключом к решению проблем, волнующих человечество. Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников. В этом году форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мира. Среди официальной программы хотелось бы отметить такие темы, как устойчивое развитие, цифровизация, социальная ответственность, экономическое развитие. Все эти темы, которые очень близки Deloitte и являются одними из основных в нашем развитии. Это мероприятие полезно тем, что здесь встречаются представители разных точек зрения, садятся и разговаривают. Главный наш ресурс лежит там, где сейчас очень высокие транзакционные издержки. Недоверие приводит к залогам, потере времени, привлечению дополнительных команд. Если мы сможем поднять взаимное доверие не своих против чужих, а к разным группам в стране, то да, задача решаемая. К сожалению, на площадках экономического форума тема инноваций в основном употребляется, когда мы говорим о развитии цифровой экономики и иных процессов, приносящих чувствительную экономическую прибыль. Но когда мы говорим о детях, о семье, мы говорим о том, что какое бы пособие нам повысить. Мне бы хотелось, чтобы мы говорили в первую очередь об инновации, о научных достижениях, о новых исследованиях, именно применительно к поиску мер в сфере детской политики. Главная программа на любом форуме, я думаю, любой компании и любой организации, в том числе и Сколково, состоит в максимизации качества и количества встреч с партнерами, чтобы инициировать будущие проекты, чтобы закрепить договоренности, чтобы двигаться вперед. И, конечно же, продвижение наших лучших компаний, которые здесь присутствуют, с их технологиями. Кто-то из них уверенно нашел инвестора.